Доброе утро, Полтава. С вами я, Александр Демидович. Сегодня вторник, 11 октября. По вторникам, как всегда, утром выездная планерка. Еду с ними. Автобус останавливается, автобус. Ну, а там были какие-то? Колодец не было, у меня воды, полной воды грязи. Это мой колодец, я сюда не могу забраться, у меня прорвало воду. Я пробовал сюда запустить. Шла вот так, с ручным потоком. Вот тут было засыпано щебнем. На щебень, на бетон ставили борта. Здравствуйте. Вот то як звив вас. Да, далі буду подробно. Ну так зробило, там ниже по порилку. Все, я понял. Хорошо, хорошо. Под правим. Зробили, це хто зробив? Це чоловік взяв. Там забитые кабыщины, район переулка Лодочного. Тоже люди обратились, вышли с домов, с дворов, просят что-то сделать с дорогой, потому что там даже покрытия нету. Но стоит вопрос, может быть, хоть щебнем засыпят. Конечно, по всем кабыщинам сейчас, если пойти, то тут жесть. Это район Шиловского кладбища. Мы видим, что здесь происходит. Кто-то нанял трактор, по-видимому, с ковшом. Ну вот видите сзади меня. Это прямо рядом с кладбищем. Какие-то безлот такие непонятные. Сейчас разбираются, там стоят. Ну вот такой сегодня объезд был. Мы побывали в самых таких потаенных местах Полтавы. Кабыщины, Шиловка. Видим, что власти обеспокоены происходящим. Ну, не просто так. Люди обращаются, ищут помощи. Довольно часто находят. Бывает такое, что принимается решение сразу, бывают через время. Но я знаю точно, что многие вещи фиксируются, записываются. И я в том числе фиксирую и записываю на видео. Ну все, удачи, Полтава.